присвячену 84-му випуску Дніпропетровської державної медичної академії оголошити відкритою. Слово надається декану факультету іноземних студентів, доктору медичних наук, професору Юрію Кончуку. Позвольте оголосити приказ ректора. Присвоїть кваліфікацію врача і видати диплом з отличием випускнику факультету іноземних студентів, гражданину Кувейта Фаваз Абдулазіз Аль-Назім. Присвоить квалификацию врача и выдать дипломы следующим студентам, выпускникам факультета иностранных студентов Днепропетровской государственной медицинской академии. Гражданин Иордании Абдель Хафиз Салих Абдель Хафиз Абжелили. Гражданину Судана Абдель Рахман Атикала Мустафа Атикала. Гражданину Иордании Актам Хаят Лок Абуэль Асаль. Гражданину Иордании Али Ахмед Фадель Кузба. Гражданину Ливана Али Хусейн Граев. Гражданину Туниса Арби Мухаммед. Гражданину Палестины Ашраф Аль-Матраби. Гражданину Гвинеи Бати Ерну Амаду Диан. Гражданину Палестины Башар Юнис. Гражданину Иордании Башар Салих Махмуд Самара. Гражданке Российской Федерации Бруяка Ольга Николаевна. Гражданину Иордании Вала Мухаммад Абдель Рахман Алатель. Гражданину Ливана Аллау Гадир. Гражданке Армении Геворкян Аревик. Гражданину Ливана Джихан Абд-Али Эльзей. Гражданину Иордании Имад Фарид Ахмад Хабдан. Гражданину Иордании Ияд Амин Ахмед Бур. Гражданину Сирии Джасу Камиран. Гражданину Российской Федерации Коломенченко Григорий Евгеньевич. Гражданину Иордании Мухаммед Саадельдин Ясин. Гражданину Иордании Мухаммед Закир Мухаммед Атала. Гражданину Иордании Мутасим Яхья Мустафа Аль-Асталь. Гражданке Российской Федерации Мушкиной Елене Анатольевне. Гражданке Анголы Нелли Эшмаральда Мойзеш. Гражданке Анголы Нелли Сандра Луиза Мойзеш. Гражданке Судана Нуха Мухаммад Абдельгадир Абдалла. Гражданину Палестины Амар Ахмад Абаят. Поздравляю вас, дорогие выпускники! Вы стали обладателями диплома доктора медицины и доктора стоматологии. Здоровья, счастья и процветания вам и вашим близким. Достойно представляйте Днепропетровскую государственную медицинскую академию в ваших странах. Виват Академия! Азад Абдуль Кадер Асад Альдерахман.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Глубоко уважаемый ректор Академии, профессор Георгий Викторович, глубоко уважаемый проректор, профессор Татьяна Алексеевна, глубоко уважаемый проректор, профессор Виктор Васильевич, глубоко уважаемый декан факультета, профессор Юрий Коминович, и все, кто принимал участие в нашей врачебной подготовке, разрешите от имени всех выпускников сказать самые теплые слова благодарности за тот большой труд, который вы вложили, обучая нас самой гуманной профессии, профессия врача. Мы также слова благодарности родителям скажем. Друзьям, кто словом и делом помогали нам учиться в родной для нас Днепропетровской медицинской академии. Не хватает ни слов и ни времени, чтобы выражать чувства настоящие. Поэтому, дорогая Украина, дорогой Днепропетровск, дорогая Алма-Матер, мы никогда не прощаемся. Мы говорим до свидания, до новых встреч. Спасибо вам большое.